сегодня прекрасный день. Потренировался с красивой девушкой в нашем фитнес-клубе, в клубе Gold Fitness Indigo. Сегодня со мной Настя, Даня. Даня, поможем ручкой, скажем всем привет, привет, привет. Сегодня тренировка девочек, и мы попробуем провести ее в костюме ЕМС. Настенька у нас занимается... Чем ты занимаешься? Чемпион. Да, кстати, на минуточку, чемпионка по фитнес-бикини. Тренер, наша моя коллега, которая преподает свои занятия в нашем фитнес-клубе. Итак, начинаем тренировку. Тренировка у нас начинается с того, что мы одеваем костюм на наших красивых девчонок. Welcome на наше занятие. Акул-Ю-8. Мы вместе с ним в нашем зале. Давай. Итак, одеваем Танюшку. Обязательно затягиваем костюм так, чтобы все электроды плотно прилегали к телу. Очень выгодный момент костюма в том, что он одновременно может задействовать бедра, попу, сзади поверхность бедра, спинку, и, конечно же, ручки, пресс и кого? И именно их, именно их. Переходим на приседание в диском. Вот, у нас какие ощущения в костюме? Ощущения такие, что в работу включаются дополнительные мышцы за счет того. Отлично. Ну, собственно, вручаем тебе вот такую медальку. Медальку. Поехали. Ты готова? Готова. Погнали. Итак, мы выполнили приседание диском, позицию сумо на платформе. Дальше что будем делать? Вот это что сейчас делать будем? Гиперэкстензию на ягодички. Следующая часть нашей тренировки – это тренировка в силовой раме кроссфита. Сейчас мы одели на девчонок манжеты на щиколотку, с помощью которых мы потренируем дальше ягодицы. Продолжаем ягодицы. Настя, как ощущения? Отлично, Антон. Мне нравится. Как твои ощущения в костюме? Ой, мне очень нравится. Ощущения очень необычные. Через все мое тело и дополнительное напряжение. Очень классно. Без костюма таких ощущений не будет. Я выполняла ягодичный мостик. Это упражнение очень хорошо развивает наши ягодичные мышцы. Таким образом, можно сказать, что округляет нашу попу. Девочки, попробуйте обязательно. Только в костюме МС. Что ты сейчас делаешь? Жим ногами, низкий жим. Для чего? Для чего? Для боковых поверхностей. Отлично. Посмотрим по ходу Насти. Прекрасно, прекрасно у нас сегодня сложилась тренировка бедер,
ягодиц. Девчонки, что вы используете в своих тренировках, вот, в занятиях в костюме Евы? Это дополнительная, скажем так, подача работы всего организма. Ощущение, что идет лимфодренаж. Ну, в любом случае, кто проходил лимфодренаж и пресс-терапию, это как бы дополнительная поверхностная нагрузка на кожу, на верхние мышцы. Ребята, мне бы хотелось добавить, что да, действительно, если тренировка в костюме ЕС включает аппаратный режим, то есть с помощью компьютера мы задаем режим лимфодренажа и антицеллюлитного массажа. То есть это помогает вам подтягивать свою мускулатуру, и также костюм напрямую воздействует на кожный покров. Танечка, пару слов о тренировке. Как сложилось занятие? Очень мне понравилось. На самом деле задействованы были не только поверхностные мышцы, действительно была работа глубокая. А еще больше всего мне понравилось то, что во время отдыха все равно было напряжение. То есть мы во время отдыха не отдыхаем, а все равно наши мышцы и организм работают. Я присоединюсь к мнению Тани. Да, действительно, если ты, выполняя подход на каком-то ни было упражнении, мы затем имеем возможность отдохнуть. Но в силу того, что костюм дает нагрузку постоянно на наше тело, мы тренируемся даже во время отдыха. Если вы ленитесь, костюм именно для вас. Друзья, и были сегодня с вами Настя, Таня. Напомню, что Настенька у нас стала чемпионкой 2017 года по фитнес-бикини. Танечка – это моя коллега, наш тренер сети Comfort Fitness Club of Ball Fitness. Увидимся снова. До новых встреч. Всем пока. 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 Приходите к нам тренироваться.